Так, проверяемся. Так, это порталы есть. Жизнь есть. Так, все починено. Починено вроде. Да, починено. Хорошо, значит, идем. Да. Я тут, понимаешь, из палаты вышел. Как я из палаты вышел? Костяной. Вот она здесь. Вот, палата костей. Написано как палата костец. За залом героев находится палата костей. Да. Вечная смерть постигнет того, кто захочет украсть сокровища, хранящиеся в ней. Так сказал повелитель ужаса, и так написано. Да. Но мы там не погибли. Вот. Поэтому мы продолжаем свой путь. По всяким катакомбам, подземельям. Это была ловушка, ничего себе. Немножко испугался даже. Так, зарубил всех. Так, вот тут уже кто-то идет. Молния в нас стреляет. Мы их всех рубим. Какие-то... Я сначала думал, что это какие-то летучие мыши. Вот, но... Я присмотрелся, это просто какие-то маленькие демонята. Религиозный храм. Ну-ка. Над силой стали. Время не властно над силой стали. Ну-ка. Непонятно, что это дает. Я сначала подумал, что что-то у меня либо сломалось, либо починилось. Но я так думаю. Ух ты, прибежал козлик. Так, палится. Ой. Ля-ля-ля-ля-ля. Бежим отсюда. Это что за обстрел такой был? Это просто... Какой-то это самое... Безумие. А, вот они сюда прибежали. Ай-яй-яй! Так, ну-ка. Пришло время. Ай! Повышение у меня. Так, надо... Надо как-то... Так, магия. Тихо, подождите.
Так, это берем. Так, давайте я сейчас просто тупо жизнь повышу себе. О, отлично, слушайте. Тут они разделились. Так, и похоже, они меня немножко в угол зажимают. Так. Я в стену уперся. Так, давайте быстро вот так вот бегу. Какой ужас. Так, инвентарь. Быстро в город. Ой, куда я сделал-то портал этот? Фух. Фух, блин. Я-то думал... Все. Я-то думал, я тут сейчас... просто на краю гибели буду. Фу, ладно, хорошо. Так. Продаем палицу и большой топор. Так, и чиним. Злой топор быстроты. Так, что у нас тут есть? Город. Только один единственный город, да? Так. Здравствуй, друг мой. Послушай мои рассказы. Так. Что у тебя болит? У меня сейчас все болит. Меня сейчас так отпинали. Так, зелье лечения. Так, ну-ка. Вот, свиток лечения. Давайте я еще этот свиток, еще эти свитки лечения покупаю. Не понял. Купить вещи. А чё, свитков больше нету у тебя, да? Так, инвентарь. Ладно. Ну, хоть магия у меня. Ой, не магия, зелье лечения. У меня есть даже много зелий. Добрый день. Чем я могу служить? Так. Хорошо. Может быть, вот этого другалька надо? Приветствую тебя. Добро пожаловать в таверну Восход. Ничего мне не дает. Слушайте, я давно к этому пьянице не приходил. Даже выпить не даю, спокойно. Ладно. Надо к Адрие сходить. Возможно, у нее есть тоже свитки лечения.
так купить. Если у нее, конечно, все это есть. Свиток определения. Стена огня. Да, свитки у них... Видимо, по одной штуке продаются. Чем выше возносишь человека, тем ниже он упадет в твоих глазах. Фарлан загубил свои души и разум. Не за демона. Он потерял их, когда увидел, что архиепископ Лазарь предал жителей своей деревни. У него бывают проблески разума. Но следует отличать факты от фантазий. Понятно. Так, ну что ж, давайте я сделаю вот так. А, слушайте, я же тебе, подружайка, не продал. В поисках ответов. Вот это продаю. И вот это продаю. Да, денег. Денег у меня становится все меньше. Да, я думаю, что вот этот уровень я пройду, и надо будет... Наверное, посмотреть, что у Гризволда. Конечно, можно и сейчас посмотреть. Тряпье. Длинный меч, широкий меч. Большой топор. Ничего интересного. Здесь. На самом деле, жилет прочности. Нет, даже на него нету у меня денег. Короче, хорошо. Проверяемся. Все вроде отремонтировано. Так. Хотя, может быть, вот так вот надо. Так. Скорее вот так. Ну-ка. Ух. Это было что-то нереальное. Этих ребят мы не встаем. О, сам прибежал. Так, что еще тут есть? Не хватает маны. Жалко.
Так, в инвентаре у меня зелье лечения есть. Есть. Так, новый меч какой-то. 6.15. Здесь 6.16. Имеет смысл потом вернуться в город и распознать меч. Вот, а еще имеет смысл сохраниться. Ой, это что такое? Нет, 7 уровень. Мне сюда рано. Мне сюда рано. Мне бы пока вот этот уровень освоить. Божий храм. Сохраняемся. Опыт. Вот это, кстати, очень хорошие вещи подобрал. Так, мне кажется, что здесь у нас последний закуток. Знакомый. Ага, и этот закуток у нас мрак. Да, в общем, обращайте внимание еще вот сюда. Здесь как раз таки названия монстров и есть. Я не успеваю их читать. И знакомого вот убил. Ой-ой-ой. Так, ну, меч не могу подобрать. Хотя он так лежит, как будто бери, не хочу, а он не берется. Бля, цеп какой, нифиговый, выглядит классно. Так, смотрим карту, значит. Все, я везде тут был. Значит, ну, значит, тогда реально идем к 7 уровню. Хотя меня интересует вот здесь одно место. Так, ну хорошо. Хорошо, что я сюда зашел. Так, где у нас? Ага.
Значит, идем туда. И потом открываем портал. Надо, короче, копить себе свитки лечения. Вот, потому что, как я понял, продаются они по одной штуке. Так. Топор мясника валяется. Друг мой, послушай мои рассказы. Так. Удар 14, повреждение 59%. Ну-ка. Так, инвентарь. Опыт. Так, повреждение 17.33. Слушайте, может быть, имеет смысл вот так вот ходить? Может, тогда я... Так, продать. Цепь продаю. Топор. Топор я, наверное, вот так вот выкину. Так, и теперь чинить вещи. Нифига себе. Всё, денег 2000. Раньше было много. Так, давайте я сначала здесь все продам. Посохи. А потом попробую купить какой-нибудь щит, например. С топором мы, скажем так, походили. Вот, это, конечно, здорово. Но нам, наверное, нужно побольше защиты. Так, поиск ответов. Да что-то как-то... Что-то как-то не очень, да? Тут у тебя ничего такого интересного нет. Ну-ка, давайте-ка посмотрю, что здесь. А, здесь забор, понятно. А то я к ней сюда приходил. А что за ее домиком? Я не смотрел. Так, портал наш. Дожидается. Так, что я хочу у тебя купить? Мантия, тряпье, щит. Короче, щит круглый, наверное, да? Так, а здесь? Это ган, палец, амулет. Жилет прочности. Ну только круглый щит за 30, броня всего лишь 2. Что у тебя болит? Так, купить вещи, смотрим. О, 2 свитка лечения. Супер. Короче, свитки лечения пока мы не используем.
Так. Я думаю, что можно вот так вот сделать. Да? Да. Хорошие штуки. Зато купил, да? Ох, что-то не особо хочется туда теперь возвращаться, но... Но придется. Ну а что делать? Тристрам надо спасать. Дьявола надо находить и побеждать.